1 октября. Погода чудесная. Сметки сделали. Все, кривая дорога. Вот сделали вроде, да? А дорога-то кривая. Смотри, вот такая вся. Это от деревьев, окей. Да нет, какая от деревьев? Ну вот смотри, как хорошо держу телефон. Нет, она не идеально ровная. Видишь, она вот такая вот. Хорошо. А здесь у тебя другая схема, видишь? Тут как бы... Вот здесь даже ровнее дорога, чем там, мне кажется. Ну, хотя не такая же. Мы приехали в лес за грибами. Сейчас посмотрим. 1 октября, мне кажется, никогда в жизни. А сегодня, кстати, праздник, день пенсионеров. Так что поздравляю всех пенсионеров, кто тут есть пенсионер. Ну что, прошла одна минутка, и вот он сразу первый гриб. Смотрите. Так что я думаю, что мы тут сейчас опять насобираем. Вот раз. Вон мелкий. Вон следующий. Мы только зашли. Не, вот это поганки. Вот это поганки. Вот махрич. Да. Вот. Слушайте, ну чтобы мы 1 октября собирали грибы, такого еще в жизни не было. Сейчас с вами пройдемся. Как вот мы с Вовой идем. Вова, а ты что, по телефону их там собираешь? Ага, Вова у нас проводник. Ой, там вон люди ходят с пакетами, тоже вон собирают. У нас тут, короче, слева люди, справа люди, спереди люди, сзади люди. Так все и ходим. Друг дружку теремся, и все равно каждый себе грибочки находит. Ой, прикол, конечно. Очень много здесь поганок, просто вот. Вот. Может быть, это, конечно, какие-то грибы, которые собирают. Вот резные, вот кто-то сейчас. Резаных тоже очень много. Вот резаные. Вот. Но мы собираем только маховики, подберезы. Кстати, вот прошлые выходные очень много было подберезовиков. И тоже ни одного червивого не было. Белые собираем, маховички. Маслята тоже пособирали, маслят много. Кстати, вот маслят много, вот. Я покажу, где они растут. Вот. Ну вот, смотрите. Вот, наверное, масленок. Какой хорошенький. Сейчас мы его срежем. Так, где у меня ножик? Вот они так вот все в этих ямках, в этих маслятки и растут. Сейчас. Срежем. О, идеально, смотрите. Да? Вот масляночек. Хорошенький. Вот у нас сколько уже грибочка, сейчас покажу. Вот. Вон люди. Спереди. Не, а на телефоне не видно? Вон вот раз. Где? Раз, два. Так все и ходим, бродим по одним местам. Ладно, дальше собираем. Я только отключилась. Буквально. Вот эти. Можно еще встретить. Посмотрите, какую я красоту вижу. Сейчас к этим еще спущусь я сюда. Посмотрите. Вау. Я так хочу Вову крикнуть, но я не буду. Посмотрите. Красавец. Посмотри, о, какой. Да, посмотри, какой красивый. Я хотела, чтобы ты заснял, как я его режу. Да, засними. А то и уже и так, и сяк. А там вон люди. Я только его увидела издалека прямо. Да. Я хочу посмотреть, он червивый, нет, внутри. На видео? Да, на видео. А, уже снимаешь. Да, я снимаю, просто не могу камеру. Ты мой тоже резани. Камера никуда. Давай что-то вот так подберем. Нет. Маховики. Плохой? А, нет, нормально. Идеально. Ни одного маховика я еще червивого не встретила. Видимо, червяки замерзли. Замерзли, да, наверное. Слушай, какая красота. А, идеальный, да. Идеальный. На, сфотографируй меня с ним. Гриб, царь грибов. А там не белый, он рядом, пока.
Так, я пойду маслят еще. Так, да. Вова решил елку осмотреть. И сразу же, раз. Целая страна. Да, целая страна, раз. Вот эти такой хорошенький. Давай режь. Вон, Вов. Нет, ты. Какой... Да не, ножик у тебя я снимаю. А. И так трудно резать и снимать. А я сейчас похвастаюсь. Вот сколько. Мы уже. И главное, ни одного вообще черевого гриба нет. Вот сколько мы намахали. Их очень много. Ну-ка, давай, давай, показывай, показывай. Нормально? Идеальный, идеальный. Где ты там еще нашел? Покажи. Вот, елку. К елке никто не... Да, вон, шляпки. Шляпки. Вон, спрятался. Никто тебя не видит. Никто тебя не видит. Ого, был мощный. Ну вот идеально. Так, корешочек углубим, углубим. А вырезали, там пора куча. Я знаю. Так, ну давай вокруг елки дальше обойдем уж тогда. Так, ты свой золотой Эльдорадо отнес. Только вот белых грибов мы не нашли. Мы видим, что они резаные. Видимо, червивые или какие, не знаю, оставляют. А сами мы пока еще не нашли. Так хочется сегодня. Так хочется сегодня найти беленький грибочек. Где белый грибник еще? Где? Вот это? Здесь? Ну, вряд ли белый. Уже вообще там каша. Да. Как вот найти беленький? А сейчас так трудно грибы, кстати, собирать. Ну как трудно, все равно же мы собираем. То, что вот эти все листики лежат, они же такие же рыженькие и так похожи на грибочки. Вот. Слушай, ты пошли елки тогда обсматривать. Тут столько елок. Не елок, а сосен. Сейчас мы их посмотрим. Раз такая петрушка. А, ну вот такие грибочки уже, ну, старенькие. Старенькие мы не будем собирать. Ой, масленок, Вова. Ладно, сюда подойдем. Вон. Ого, хорошенький масленочек, блестященький. Сюда подойдем. Вон как раз Вова идет. Что там под елкой? Там масленочек. Давай я срежу. Тяжеленный. Да, тяжелый, да. И, да, и да, еще больше, да, нагребли. И вот, вот масленочек, и ну, вот эти большие я не буду брать. Вот там тоже. Ну что, вы довольны? Очень. Теперь будет что есть зимой. А то как без этого же? С голоду умрешь. Сейчас у нас перекус сладкий. Угу. Так, показываю. Наверное, мы насобирали больше, чем в прошлые выходные. Да? Да. Да. Только без белых в этот раз. Ну, ничего страшного. Ни одного белого мы, правда, не нашли. Но тут зато есть маслятки, маховички и красноголовик. Хорошо поработал, вот вкусно кушает. Ты, конечно, не работал, а отдыхал же, ходил по лесу. Ну, сбор грибов, он как бы отдых. А что, работой нельзя это назвать? Нет, это же отдых. Сбор урожая. Называется тихая охота. Люди на охоте, на рыбалке же отдыхают. А когда картошку копают? Так это же... Работа? Это работа, да. А чем отличается? Подписчики, ответьте в комментариях. Чем отличается копание картошки от хождения за грибами? Человек не понимает. Получается, там и там отдых.
Потому что там труд затрачиваешь больше физически. Ну, здесь они не все могут по лесу гулять. То есть для кого-то это тоже работа. Ну ладно. Так что. Хорошо сидим. Ой. Нашла себе тут бугорочек. Отдыхаю. 1 октября сегодня. Первое. На улице плюс 15. Еще раз говорю, для севера это нонсенс. То вообще такого в жизни не было, чтобы мы в октябре грибы собирали. Хорошо тут сидим. 1 октября собираем грибы. Сосногорск. Рыбаки там стоят. Ой, как их много. Везде. Ну, там все машины, все рыбацкие. Да, 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 да. Как их много. А мы грибники. Урожай. Сейчас буду резать, мыть. Вот это у нас самый такой огромный, такой красавец.